сажать с Игорёчком семена. Для этого нам нужен контейнер. Нам нужно наполнить его водой, хотя бы вот так, и хорошо смочить непосредственно коврики. А Игорёчек будет помогать мне сажать семена, да, Игорь? А можешь? Да. Мы налили водичку. У нас очень-очень мокрый коврик. Так, да. И теперь какие ты будешь семена сажать? Я хочу первый горошек. Горошек мы должны замочить. Да, горчица, кальраби или брокколи. Что будешь сажать? Горчица. Давай. Помнишь, да, как нужно высыпать? Только чтобы они были равномерно распределены по всему. Да? На аккуратненько, аккуратненько. На равномерно. И точно так же с остальными. Сделай, пожалуйста, давайте сделаем вот так, чтобы не забыть, что это горчица, мы потом ее подпишем. И распредели, пожалуйста, равномерно. Нет, подожди, подпишем. Давай следующий. Подожди, давай, чтобы мы не перепутали. Разбирала тебя горчицу. Я сейчас немножечко аккуратненько еще сделал. Давай теперь подавай, да? Аккуратненько, тоже по всему комнату. И только постарайся так, чтобы она была по коврику. Да, по коврику равномерно, аккуратненько распределить. Вот так. Так, нога, да, каждая. Вот сюда. Да. Тихо, что ты, не надо, стой, ты же не грязь. Ну, нам же каждая семечка важна. Давай, помогу. Не надо, лучше тогда давай ты будешь высыпать, я буду распределять. Да. И вот теперь мы будем ее опрыскивать. Только ну ладно. Будем ее опрыскивать и уберем на ночь в темноту. Да, хорошо побрызгай. Угу. А горошек у нас будет просто вот так вот в водичке ночью. Все, теперь мы уберем это в темное место на ночь. В данном случае мы оставляем просто в ванну. Все, дашь мне? Дожди. Это главное, да вот. Самое главное, это интересно всегда с ребенком это делать, да, Игорь? Тебе интересно, да, как оно росточки пускает, да? Там пока не надо, подожди. Еще последний раз. Ты еще будешь потом... Господи, в общем, все, теперь точно все. И я накрываю этими же коробочками. Так вот. Ставлю. И все. И на ночь в ванной оставляю. Или просто даже днем здесь темно. Вот. Все. А горошек мы завтра посадим. Перед сном я на минут 15 открою их, как указано в инструкции, чтобы они немножко подышали. Немножко опрыскиваем. Итак, третий день. Давайте посмотрим. Вот уже процесс пошел. Завтра уже буду выставлять на солнышко. Так, давайте посмотрим наши огородные дела. Это у нас уже третий день. Семена наши уже взошли. Потихонечку все получается. Эти уже совсем прям растут. Я уже поставила на подоконник. Они постояли в темноте, как положено. До горошек. Там же уже роточки растет. Сегодня 7-й день нашей зеленушки. Давайте я вам покажу. Такая же подушечка. Приятная. Это горчица. Она прям такая горькая на вкус. Это у нас кто? Так.
переворачиваем. Тут у нас брокколи. Сегодня 7-й день получается. 3 дня они стояли в темноте. И вот уже их выставила на солнышко. Кальраби. Вот я думаю, что она еще немножко должна подняться. И горох. Другой фирмы, когда я покупала, горох на 7-й день уже был довольно-таки высокий. То есть я думаю, здесь еще зависит конкретно от фирмы. Даже не знаю. Вот я еще, наверное, сегодня один раз накрою его сверху крышечкой. Он еще постоит, как бы, как это сказать? Ну, в общем, вы поняли. В теплице. Вот, я вспомнила слово в теплице. Так что вот такая зеленушечка. Будем, когда эту съедим, сажать следующий посев. Надо не забывать обязательно опрыскивать каждый день.